В минувшую пятницу в этнокультурном центре состоялась презентация первой книги прозаика, члена Народного литературного объединения «Заполярье» Ольги Латышевой «Тундровые радости Маймы». В издании описана жизнь кочевников, сложный быт и вековые традиции ненецкого народа глазами маленькой девочки. Подробности у Екатерины Дементьевой. Бабушка шила для нее красивую пеструю паничку. Ожившие герои будто сошли со страниц книги про девочку Майму. На импровизированной сцене автор рассказывает о прототипах героев, ведь каждый из них – это член ее семьи. В качестве музыкального сопровождения звучат песни голосом бабушки автора, прокладывая мостик через время. Я работаю в этнокультурном центре с 2007 года. Как раз-таки вот с этого времени у меня стали выходить рассказы. Поскольку в этом же году появился детский журнал «Помнишка», его нужно было наполнять. А хотелось, чтобы детям было это интересно, доступно. И я решила познакомить с ненецкой культурой в виде рассказов от имени маленькой девочки Маймы. Это первая подобная книга, рассказывающая на простом языке об особенностях кочевой жизни в Канинской тундре, вековых традициях, о простых радостях тундровых детей. Тираж в 1000 экземпляров передан в образовательные и культурные учреждения Ненецкого округа. Познакомиться с книжкой о жизни Маймы можно во всех библиотеках округа. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север».